А я знаю несколько нюансов, которые помогут сохранить рыбу при приготовлении. И с удовольствием сейчас их вам расскажу. Ведь многие думают, что ее приготовить очень просто. А не тут-то было. Рыбку можно пересушить, или при готовке она может потерять свою форму. Итак, если вы не можете сразу приготовить свежую рыбу после покупки, то обязательно помойте ее. Очистите от внутренностей, хорошо обсушите и положите в холодильную камеру. Сложить ее нужно в стеклянный контейнер. Так хранить рыбу можно не больше 3 суток. А вот чтобы заморозить рыбу, ее нужно завернуть в фольгу и положить в стеклянную емкость. Так ее можно хранить не больше 5 суток. Перед приготовлением лучше всего оставить замороженную рыбу медленно таять в холодильнике, положив ее в дуршлаг и поставив под нее емкость. Обязательно ее следует укутать в пищевой полиэтилен. Я знаю, что многие хозяйки для разморозки кладут рыбу в воду, но от этого она теряет вкусовые качества и будет иметь не совсем приятный вид. Часто можно столкнуться и с тем, что готовая рыба просолена только сверху, а внутри остается пресной. Вот вам маленькая хитрость. Для того, чтобы она была равномерно просолена, ее нужно окунуть на 2-3 минуты в соленую воду. И еще. Рыбу лучше снять с огня за пару минут до окончательной готовности. В горячей сковороде она дойдет до нужного состояния, но сохранит свою нежность.